Короче говоря, глазами пульта от кондиционера. Привет, я пульт. Да, и не знаю, почему я здесь хожу. Я даже могу двигаться в какие-то непонятные... Я могу даже удариться в стену, об вентилятор, об эксцентр. Я могу еще кусить кондиционер. Ну все, как-то лучше. Кстати, я хотела вам спросить, а вы когда-нибудь пытались кучить кондиционеры пульта? Напишите в комментариях, если есть автоматический путь, которым двигает. Я хотел сбросить 15 и начал я его всталкивать туда. Эй, ты чё, борьба захотел со мной решить? Ну все, проще своими кожами. Я столкнул пинцет, а теперь валяется практически здесь. Похвалился и посмотрел, что там. Опа, что там? Не смотрел. Хотел бы с ней сказал. Матушки, китайская басатушки, не хочу туда идти. Я хотел пытаться туда пойти и думал, что я умею еще и полазить. Ух ты! Я пытался залазить по проводам. Это страшно. А вдруг меня тут током убьют? Ну, это как-то небезопасно. Хотя мне все равно. Все равно я туда пойду. Так, так. Теперь надо быть осторожным. Ой-ой-ой. Кажется, сейчас лампа. Ой, надо быстро. Че, куда я пошел? Ай, все. Теперь можно идти. Видите? Фух, неудачно приземлились. А как выглядит с такой стороны? Ну, вот это я, конечно, и лезу. А если типично так? Получается, лежу вот так. Ну, это вам не хотя бы способность. Хотел. Да ладно вам, не хочу тут лежать, скучно. Пошел я дальше, хотя по этим проводам. Чпунгс, 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 чпунгс. Надеюсь, никакой кожаной нету. Видите? Ну вот, теперь я уронился. Меня какой-то кожа не поднял. Выключи кондиционер. Эй, ты что, офигел, включи обратно. Так-то лучше. Сказал, да ну тебе, я опять прыгну. А так весело. И пошел я дальше по своим путям в чистую свободу. Так, и еще чуть-чуть. Матушки, обосатушки, мне китайские. Что это за нога? Ну-ка посмотрим. Медицину кожу мне не привел. А тебе привет. И вычислю отсюда. Ё-моё, так сколько он принес? Ну нет, я лучше слезу с этих пор. А сюда залезу, он меня не найдет. Нет, я сказал, да блин, что-то как так-то не помещает. О, а здесь нормальное место? Так я тут умное существо в этих мирах. Теперь я буду роботом-пылесосом, потому что я в мире лучший робот-пылесос. Ну все. Теперь она из-за пылесоса, блин, на очко видно. Да блин, да что ж такое-то, нигде нельзя спрятаться. Хотя у меня есть линейка. Никогда я в кожаном мешке не был. Ух ты, прикольно. О, немного видно. Спрячусь подальше. О, теперь немного не видно. Опа. А ты как тут оказался? Эй, а ну-ка иди сюда. Я хочу к тебе на чистую свободу рая. А куда ж ты попёр? Не, ты должен дома быть. Да что ж такое-то? О, электроника. Здорово. Хотя ты не подключен, потому что ты выключен. Короче говоря... Глазами пульта от кондиционера.